Не отвечает? Домашний тоже? Исчез. О, слышь, что говорю? Прям мистика какая-то. Такие не исчезают. Это мы с тобой исчезнем. Что ты взял-то? Исчез. 30 лет, никогда никуда не опаздывал, ни разу не болел. Нету его, нету. Все, он что, ну яйца? Придет впереть глазище свои в меня, как Василиск. Че ты болеешь-то за него? Я не болею, я не волнуюсь. Ты волнуешься. Я? Поедешь твой в Иерусалим, не волнуйся. Ну, голос совсем потерял. Мама, это мой голос. Идите, идите. Здрасте. Слава. Слава, что это? Ты же бросил курить. Слава, там уже все собрались. Все волнуются, все ждут тебя. По поводу концерта в Иерусалиме. Да. Я вылетаю сегодня вечером. А репетиции? Солисты полетят вместе со мной, купишь билет. Партия солистов доучим в Иерусалиме. Инструментальная часть готова. Все ясно? Иди. Слава, можно спросить, что случилось? Я сейчас приеду на репетицию. Иди. Позвольте мне еще один раз сначала. Не надо. Репетиция окончена. Наше расписание изменилось. Солисты вместе со мной сегодня летят в Иерусалим. Билеты получите у Пушенкова. Спасибо. Да, поворот.
Я вообще не чувствую, потому что там же спектакль. Я вот пошел, ну как тебе? Могли заранее предупредить. Не назначена встреча. Уже пора бежать. Ой, как я люблю твои такие честные глаза. Хорошо. Беги на свою встречу. Спасибо. Встретимся в аэропорту. Угу. Сережа! Кофту забыл. Можно одну секундочку, Вячеслав Юрьевич? Я, собственно, мои дела в последнее время идут очень плохо. Ну, не так хорошо. Это все из-за того, что я долгое время провел в прошлом году в больнице из-за аварии. Ну, вы помните. Говорите суть. Вам могло показаться, что я стал последнее время хуже работать? Мне не кажется. Я слышу, что вы хуже работаете. Это как раз вот результат того, что я болел. Вы болеете? Да, нет. Оставайтесь здесь. Так, в том-то и дело, мне нельзя оставаться. Я и так один. И... Поговорите с Пушенковым. Привет. Привет. Ты первый? Наверное. Алла звонила и сказала, что ты недоступен. Телефон разрядился. Она звонила до того, как ты мне позвонил. Стойки 65-67, вон там. Нет, только мой, я сразу пойду. Она просила подождать. Ничего страшного, дай денег взаймы. Сколько? 1000. Тебе не надоело брать? Если я не буду врать, она будет рыдать. Если она будет рыдать, я буду переживать. Если я буду переживать, я буду плохо звучать. Логично? Спасибо. Вы не знаете, Петров кому-нибудь посылал партитуру в Иерусалим? Я не знаю. А я слышал, что он попросил местного тенора разучить мою партию, чтобы он исполнял. Он меня уволить, что ли, хочет? Жень, не говорите глупости. Идите регистрируйтесь. Привет. Привет. Сережа еще не было? Он уже регистрируется. Как я же просил тебя, чтобы ты передал? Я ему сказал, держи. 65-я, 67-я стойка. Стойка бизнес-класса, 68-я. Чё ты меня-то не подождал? В смысле? Ну, чё ты зарегистрировался один? А, да не хотел в толпе стоять. Ну, прекрасно. Теперь будем сидеть в разных местах. Да поменяемся, если что. Поменяемся, если получится. Просто... Хотел сидеть вместе, все-таки в Иерусалим летим. Слушай. Дай одену тебе. Что это? Дай, дай.
будет тебя охранять в полете. Ну и вообще... А, это вместо парашюта. Ты вообще, что ли? Опаздывайте, супруги Солодовы. Я еще не Солодова. Что день грядущий нам готовит? Это ваши и на виолончель. Стойки 65-67. Широко. Вот так. Угу. И несколько раз. Открывай, закрывай. Вот так. Давай. Давай вместе. Как рыбка. Помогает? Легче? Секундочку. Это мой помощник. Сейчас я уйду. Надеждин говорил с тобой? Говорил. Зачем мы его вообще взяли? Пожалуйста, будь с ним помягче. Прошу тебя. Ну, ладно, посмотрим. Все, ушел. Тоже в Израиле? Хотя куда еще? Отдыхать? Монастырь. Паломничество. А жить где будете? В монастыре. Там гостиница монастырская. Какие интересные времена. Монастыри стали как гостиница. Можно так запросто снять кель. А там все включено? В смысле? Ну, удобства есть. Удобства? Не знаю, не интересовалась. Если бы я строил гостиницу при монастыре, строил бы без удобств. Душа страдает, очищается. Ну, вы злой. Есть немного. Простите, если обидел. Я не обиделась. А вам, с другой стороны, и не положено. Простите, я снова. Просто у меня жена верующая. Поневоле становишься атеистом. Сочувствую. Камешек-то вылетел. Да ты что? Ну, ёлки, а. Прям жалко. Выпусти меня, пожалуйста.
А вы зачем летите? Я по работе, у меня концерт. Где концерт? В Иерусалиме. Вам, кстати, было бы интересно. Церковная вещь, я плохо разбираюсь. Оратория. У меня там партия евангелист. Вы хотите прийти послушать? Серьезно? Абсолютно. С удовольствием. Обещаете? Обещаю. Тогда дайте мне номер вашего телефона. Пишите. Венчаться собираетесь? Венчаться. Венчаться? Да нет пока. Ну, надо, Дим. А как надо обязательно? Это что такое дело? Брак, это ж оттуда, от Бога. Потом это на всю жизнь. Ну да, конечно. Он входит, медлит, отступает. И вдруг упал. Привет. Привет. Так как ты? Нормально. Познакомьтесь, моя жена Алла, Ольга. Очень приятно. Здрасте. Кстати, тебе будет интересно. Ольга едет на паломничество и будет жить прямо в монастыре. Прямо в монастыре? Угу. Правда? Да. А какой монастырь? Горный. Слушайте, как здорово. А как же вы договорились? Просто тур купила. А как можно просто купить тур? Да, конечно. Знаете, даже дешевле получается, чем в гостинице селиться. В этом смысле. Слушайте, а я своего никак не могла уговорить просто никакими судьбами, чтобы поехать по святым местам. Да? А тут вот работа подвернулась, а моя... Это я Сергей сказал. Ты рассказал уже, да? Ну, ладно. Ну, раз ты тут не скучаешь, пойду к себе. До встречи. До встречи. Да, на чем я остановился? Летим, летим, и пейзаж не меняется. И что? Это же значит, никуда и не летим. Это значит, что под нами пустыня. Ой, хорошо, сейчас разом все кончилось. Перестать. И не надо смотреть иллюминатор. Что, страшно, что ли? Я же все-таки мразь. Что? И вы, и ваш Петров заранее отправили в Иерусалим партитуру, чтобы ее там кто-то разучил, пел. Я ничего об этом не знаю. Конечно, вы не знаете. Если вы не знаете, тогда это прям анекдот. А зачем вы меня везете, если он не хочет, чтобы я пил? Женя, у вас паранойя. Успокойтесь, дайте поспать. Спите, спите, спите. Спите. А куда? Что, в туалет нельзя сходить, что ли? Мне замену. Говорите, посылали партитуру в Иерусалим, чтобы кто-то там ее выучил вместо меня? Да. Что значит да? Посылал. Ну такая. А я-то зачем здесь тогда? Не знаю. Я знаю. Я знаю. Подождите. Подождите, извините, мне надо поговорить с джентльменом. Я знаю. Подождите, я говорю. Я поговорю с ним. Я здесь, чтобы сказать. Вас в коллективе-то все боятся. Это ж унизительно. А я вас больше всех боюсь. Потому что их есть кому защитить. А мне некому, я один. Но только я не помидор, который можно топтать, вышвырнуть или сок из него давить.
Во мне кровь течет. Вот человеческая кровь, а вы ее пьете, эту кровь. А я один на этом кусте жизни. Потому что у меня нет никого. Нет ни Оли моей, ни Наденьки. А я бы иначе... Покиньте салон. Я не договорился. Покиньте салон. Так, подождите, уберите от меня руки. Пройдемте с нами. А ну-ка, дайте мне мое пространство. Дайте мое жизненное... Покиньте ну-ка, салон, пожалуйста. Отпустите меня. Ну-ка, руки-то уберите. Ну что вы трогаете? Говорил в основном я. Да. Стихи читал? Читал. На концерт я пригласил, да? Пригласила, а что? Ничего. Пригласил и пригласил. Молодец. Может, тебе наконец верующие друзья появятся? Thank you.
А ладно, обижал. Выбирал. Я Саша на ответ. Я Сашин отец. Здравствуйте, отец. Где Саша? Обошли Саша, по. Где Саша? Да, это он. Сашин отец. Шалахтину факс. Это я тебе факс послал. Хочешь пива? Тон. Тон. Мазаре, мабата. Это кесе? Кто? Кесе. Тон говорит. Мазаре, мабата. Убейте его! Убейте его! Убейте его! Саня! На этому сына! Уберите его! Убейте его! На этого сына! Не обращайте внимания. Спокойно. Спокойно. לא כלום, אני לא רוצה שהוא ידע כמה. למה לא לספר לו כלום? למה לא להגיד? Знаете, как он умер? Как? Как? Повесился. Почему? Долги. Он здесь всем был должен, а денег не было. Для того, чтобы были деньги, надо работать. Он работал, он был художником. Скажите, вы ему почему не посылали денег, а? Почему вы не посылали? Не хотел. Вас надо убить. Хватит. Нужно как-то Сашу похоронить, нет? Денег на похороны. У вас, конечно, нет. Поэтому вы мне и написали. Так? Да. У меня же не маспи кесов, для этого катав мину. Леха, аж малай кесов. Раину, апостерим шелха бекол аир. Что она говорит? Она говорит, у вас полно денег. Мы все видели ваши афиши во всем городе. Дай денег. Хочется. Купишь картину? Не надо. Какую?
какую картину? Саша, не картину. Хорошая картина. Идем. Не надо. Покажу. Не надо. Все, я тебе говорю, не надо. Давай, идем, не надо. Я тебе говорю, не надо. Идем, идем, идем. Подождите, не надо. Вот увидишь, она тебе понравится. Подождите. Герман. Герман, она моя. Зузи, ну. А Герман, Зузи. Она моя, Рига. Герман, она моя. Ата, исцели. Сколько она стоит? Она не продается. Я хочу ее купить. Вам ведь нужны деньги. Она не продается. Она написана для меня. Кстати, я хотел подарить на концерте. Вы хотели сорвать мой концерт, дети. А ведь похоже, а? Слушайте, пусть покупает, а? Сколько дадите? Это моя картина. Если вы мне ее не отдадите, не получите денег на похороны. Уходите. Уходите. בורגני מסריח. אתה וכל החברים העשירים שלך, ואל תחזור, אתה שומע? Эй, отец! Картину возьми. Любишь деньги. Похороны организуйте как можно быстрее. Звони мне. Отец, подождите. Большое спасибо. Спасибо, отец. Я бы хотел, чтобы у меня был такой отец, как вы. Спасибо. Перестаньте. Распявши же его, дели
бросая жребий, и сидя стерегли его там, и поставили над головою его надпись, означающую вину его. Сей есть Иисус, царь иудейский. Лама зарагт это? זה היה בשבילך, למה זרקת את זה? Мой сын хотел быть художником. А я знал, что он просто не хотел работать. Решил, что я все время буду платить за него. А я не согласился. Десять лет тому назад он ушел из дому. Они лом вина клом. Лом шане. Лом шане, там шифа добер. Они макшива. Окей? Они макшива. Тогда еще была жива Лена, жена моя. Она его все защищала. А он не хотел понять, что искусство – это работа. Тяжелая, мучительная работа. Я не выгонял его. Он сам ушел. Ушел и возненавидел меня. Черт, запутался. Я не знаю, на что он жил. Связался с какой-то компанией. И все летали то на Гоа, Индию, еще куда-то. А потом поссорился с ними. Приехал в Иерусалим. С вами связался, спутался. Там пили, курили, жрали всякую дрянь. Приторговывали этой дрянью. Он тоже. Да что я говорю? Ты сама такая. Вот. Смотри. Вот. Каким он был. И что вы из него сделали? Саша. Саша. Саша היה בן אדם מדהים. אנחנו כולנו כל כך אהבנו אותו. אתה לא מבין בכלל איזה בן אדם הוא היה. Неделю назад он позвонил. Опять попросил денег. А я не дал. Он очень просил. А я не дал. Я сказал ему, что у меня нет сына. Ну что ты смотришь на меня? Ты думаешь, я его убил? אני רואה שכואב לך. כואב לי שכואב לך.
сада. Не надо. Не надо. Сада. Не надо меня жалеть. Сада. Как бы сада. Иди. Уходи. 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 Домой. Иди домой. Езжай домой. Алло, Ольга. Ольга, здравствуйте. Простите за поздний звонок, это Алла. Помните, познакомились в самолете? Да. Хотели со мной о чем-то поговорить? Да, просто. Я даже не знаю, как сказать. Ну, скажите, как есть. Сережа пригласил вас на концерт, да? Не приходите, пожалуйста. Почему? Потому что вы же видите, что вы ему понравились, что он... Слушайте. Что-то я не могу больше. Я не справляюсь просто. Если он вам позвонит, вы что-нибудь ему скажите, но там... Я не знаю. Не знаю. Бред. Простите, пожалуйста. Хорошо. Ой, слушайте. Сердце исходит. К сердцу должно привести. Это Бетховен сказал. Слушайте, я хочу вам петь от сердца. А можно я вот здесь встану? Да. Вся тварь, изменявшаяся страхом,
Зрящий тебя на кресте, видимо, Христе, солнце омрачашеся, и земли основание сотрясахуся, вся сострадаху, создавшему вся, волею нас ради претерпевы. Господи, слава Тебе! Спасибо. Хватит. Хорошо. Вы будете петь сегодня. Вячеслав Юрьевич, вам действительно понравилось. Алло. Да. Сейчас. Адрес. Назовите адрес. Да? Хорошо. Не начинайте без меня. Мне надо ехать. Вячеслав Юрьевич, я пойду тогда. Вячеслав Юрьевич, я пойду уже тогда. А это правда, что меня в коллективе не любят и ненавидят? Ну, вы же говорили в самолете, что меня все ненавидят. Что вы, Вячеслав Юрьевич, мы, весь коллектив, очень уважаем вас. Я вот сегодня думал и всю ночь о вас думал. Знаете, несмотря ни на что, вы хороший человек. Я вот признаюсь, я раньше думал о вас похуже, ну, то есть очень плохо думал. А сейчас мне кажется, что я вас полюбил. Я вас полюбил. Я уезжаю. Так, подождите, я... Как же? Я же... Вы задали такой вопрос, Вячеслав Юрьевич. Хорошо, я с тобой. Пойдем. Чтобы ко мне не подходили. Да-да. Хорошо. Хорошо.
Чува. Желаю его любовь. Они теперь без. Вячеслав Юрьевич не хочет сейчас разговаривать с вами и с вашими друзьями. Значит, мы понимаем друг друга. Передайте ему, что я и мои друзья не хотим разговаривать с ним. Волник болот. Откройте гроб. Слава. Подожди. Это не он. Слава. Почему он так выглядит? Пойдем, Слава, пойдем. Это не он. Пойдем, Слава. Это что вы сделали с моим сыном? Это не он. Слава! Тебе просили передать письмо. Эти друзья. Я кладу на стол его.
Да вот пытаюсь в Москву дозвониться. В Москву? Угу. Деньги, что ли, закончились? Кому? Неважно. Так, слушай, ты к нас моего позвони. Не надо. Позвони, позвони. Не надо. Да почему нет-то? Ну что за бред-то? Ну что за бред? Дай. Наберу. Наберу, и ты позвонишь. В Москву. Алло. Алло. Ну что вы молчите и дышите в трубку? Я же сказала вам, я не собираюсь общаться с вашим мужем. И на концерт я не приду. Пожалуйста, не звоните мне больше. Позвонил? Доволен? Я тебя не люблю.
сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресении Его, пошли во святый град и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: «Воистину он был Сын Божий». Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему. Между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Севедеевы. Сева, Сеня! Thank you.
зашел недавно в магазин и спросил, есть ли у них хлеб. И мне ответили, есть. Тогда я попросил дать мне жвачку. Продавец меня не понял. И мы с тобой не поняли друг друга. Папа, прости, что я умер. Я так больше не буду. Я очень тебя люблю, Саша.